нужно подросткам, то есть нам, чтобы быть активными, решить любую задачу и не болеть? Им нужно правильное питание. То, что детям нужно правильно питаться, это знает каждый. А вот что такое рациональное питание, известно немногим. Теледетки решили провести свое расследование и выяснить, знают ли взрослые, как кормить подростка. Чем должен питаться ребенок школьного возраста? Наверное, полезным чем-то. Полезными продуктами. А какими продуктами? Какими? Ну, овощей много должен и кушать, фруктов. Такого природного происхождения. Нужно больше овощей, потому что в них много витаминов. Ну, соответственно, рыба обязательно, много творога, каши. Составляете вы меню для своего ребенка? Да. А что он кушает? Борщ, макароны с котлетами. Что должен есть ребенок школьного возраста? То, что он хочет. На завтрак кашу, на обед, по возможности суп, на ужин по минимальному. Первые супы всевозможные, второе с мясом, обязательно блюдо, гарнир, овощи лучше овощи или из овощей что-то второе готовится. Для врачей макароны, котлеты, молоко и яблоки и другая еда делится на белки, жиры, углеводы и витамины. Их правильное соотношение – это и есть рациональное питание. Интересно, а взрослые об этом знают? А что такое рациональное питание? Не знаю, честно. Я не из тех матерей, которые вот все это продумывают, просчитывают. Мы стараемся кушать что-то полезное, нежирное, но так вот в подробностях я этим не занимаюсь. Для рационального питания может быть еще эффективно какие-то биологические добавки. Сейчас их очень много, просто нужно советоваться с врачом и все. Ева, что такое рациональное питание? Я знаю. Это сбалансированное питание, которое подходит для ребенка. С нужными микроэлементами, витаминами. Что такое рациональное питание? Это когда сыт, но не обожрался. Взрослым нужно следить за тем, чтобы еда была полезна и ее было нужное количество. А нам главное, чтобы она была вкусной. А вопрос общественного мнения провели Кристина Валиченко и Соня Ермусевич.